Сегодня стало известно, что подписан указ о назначении еще одного советника президента. В администрацию Кремля с поста руководителя Института развития интернета переходит Герман Клименко. В конце минувшего года Владимир Путин на встрече с представителями IT-отрасли предложил ему работу как человеку, знающему проблемы сети и способному продвигать во властных структурах наработанные идеи. Среди них, как сказал Клименко в интервью Первому каналу, интеграция интернета в первую очередь с такими отраслями, как медицина, образование, строительство.